Всем привет! Вы на канале VNG Build House. Для тех, кто присоединился впервые, я вам напомню, что мы семейная пара, которая строим дом и нашу жизнь. И сегодня у нас радостная новость. К нам пришли долгожданные товары, которые мы заказывали онлайн. И я сама уже не помню, что я заказывала. Я знаю, что я выбирала что-то серое, да, для нашей ванной комнаты. И давайте посмотрим, что это. Так. Что же здесь у нас? Хорошо упаковали первую коробочку. Как вы думаете, что это? Итак, у нас смеситель. Вот такой вот, теплой и холодной воды. Это, наверное, душ гигиенический, да, который я заказывала. К нему, к смесителю шланг. И вот такой вот душик. Вот такой вот. Да, он используется вместо биде. Так, ну и здесь... Потом посмотрим. Угу. Ну, такая есть. Вот штучка. Интересно. Так, цвет вроде бы подошел. Да, такой вот темно-серый. Так, посмотрим дальше, что у нас там было следующим этапом. Такая вот полочка. Так, здесь посмотрим. Нет, мы маленький еще. Давайте начнем с маленького. Потому что заказывала все в разных местах. И наконец-то все в сборе. И уже нужно побыстрее делать нашу душевую или ванную комнату. Кто хочет посмотреть, присоединяйтесь к нам. А что это такое вот? Так. Это у нас для сливного смесителя. Да? Ага. Так-то переходные. Угу. Шланги подключения. Как всегда, короткие. Не так. Получилось найти подлиннее. Это смеситель для раковины, правильно? Смеситель, да, для раковины. Вот такой вот смеситель. Угу. Так. Еще у нас. Так, следующий. Ну, вроде подходит по цвету. Угу. Давай дальше, что у нас там? Это что-то побольше. Здесь у нас раздельный смеситель для душа. А, это уже в душевую прям, да? Для душевой. Вот такая большая верхняя лейка. Ага, классненько. Вот. Потом посмотрим, как она будет смотреться, когда сделаем. Так, вот такая вот леечка. А, еще леечка мыться. Угу. Так, это у нас для леечки. Угу. Просто переходники. Так, основной смеситель мы уже установили. Это у нас для подключения верхнего душа. Угу. Здесь много разных. Так, элементиков. Вот переключатели. То есть уже все готово в наборе. Да, вот для смесителя переключателя. Здесь у нас крышечки, которые к стене ставятся. Угу. Здесь вот у нас сливной гусак. Угу. Вот такой поворачивающийся. Вот тоже на стену будет крепиться. Да, потом будет интересно представить, как это все будет выглядеть. Вот так. Так, и чего там еще осталось? Так, ну, здесь крышка для смесителя. Вот ага, такая. Аккуратненько. Наоборот, вот так вот будет. Странно, вроде заказывала все не в черном цвете.
А перешло такое больше к черному, да? И вот шланг для лейки. Угу. И шланг для лейки. Все отлично. Это у нас даже вот такая уж скрепочка. Подарок, наверное. Протирать. Да, производитель нам дал подарок. Отлично. Не терпится уже все это сделать. Присоединяйтесь к нам. Смотрите, как мы делаем. Может быть, какие-то у вас будут советы, что мы забыли купить в нашу душевую. Пишите. Будем ждать. Будем рады вашим комментариям. Так, все, душек откладываем, да? Открываем нашу третью коробку. Так, я, конечно, низко снимаю, но попытаюсь вам показать, что у нас там. Как вы думаете, что здесь? Вопрос. Это унитаз. Я, кажется, догадалась. Сейчас посмотрим, подходит ли он к нашему цвету. Потому что хотелось сделать в сером все стиле. Кто-то делает в черном, кто-то в белом. А мне в этот раз захотелось сделать в сером. Посмотрим. Так, ого-го, он тяжелый, да? Давай уберем коробку. И посмотрим на пришедший к нам. Всегда боишься, чтобы там не было потом царапин, каких-нибудь сколов. За что-то открываешь волнительный момент. А он тяжелый, да? Сколько он килограмм весит? Такая штучка. Ну, где-то килограмм 20. Ну, да. Не, ну может вроде бы цвет. 25. Угу. Вот такой вот унитазище. Угу. Ну вот. Прикольный цвет. Матовый, гладенький. Не знаю, сколько он прослужит. И насколько он качественный будет, там царапины будут, наверное, видны, потому что серый цвет, а царапины обычно белые, но, может быть, и неплохо будет. Так, а это что такое к нему? Это что-то уже другое? Догадайся с трех раз. А, это крышка. Крышка, крышка. Вроде бы все целенькое. Так, как она открывается? Ну, такая тяжелая крышка. Или крышка должна быть такой вот нелегкой? Механизированная. Она с лифтом. А что такое лифт? Это что? А чтобы плавно опускалась. Понятно. А, и она будет потом там делаться. Да. Ну, нет, ну, вроде ничего. Так все. А покажи ее вот так вот. Ну, переверни. Ну да, вроде бы все аккуратно, нигде не побито. Ура! Вот мы открыли третий элемент наш аксессуарчик. Так. Так, посмотрим, что у нас здесь. Красота. Это раковина. Они разного цвета. Ну, вот так вот, ребят, выбирать. Посмотрите, все равно они немножко разного цвета, хотя
брали, мы, кажется, у одного производителя и утверждали, что вот он прям похож. Давайте сравним. Но с другой стороны, все будет в сером. И я думаю, наверное, в самом интерьере это будет красиво. Но все-таки, да, немножечко отличается цвет. Вот здесь, вот хотя немножечко сходится, да, вот с внешней стороны, а внутренняя сторона немного светлее. Может быть, так оно и специально? Нет, это просто оттенок идет. Угу. Там светлее, здесь темнее. Ну, все равно, в любом случае, я хотела именно серый цвет. И я думаю, что он подошел. Давай дальше посмотрим, что у нас там. Гладкая поверхность такая-то. Ну и сейчас самая большая коробочка. Так, ну вот мы и распаковали это большое сооружение под названием система инсталляции. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Труба, насколько я понимаю, да? Для канализации или? Нет, сливная. Сливная. Наверное, для канализации, для подключения. Да, потом, конечно, будем разбираться, смотреть. Мы купили это первый раз. Вот именно сами будем устанавливать в эту стену. Поэтому сами еще разбираемся, что здесь вообще есть. Вот. Потом... Здесь кнопка. Угу. Серая кнопка. А, все-таки вот эта серая кнопка, наверное, то, что будет видно, да? Сейчас мы запакованы, ну ничего. Вот, пыталась я подобрать, чтобы был потемнее, но почему-то я не нашла. Ну, тишина все-таки будет серебристая, да, не очень оно мне подходит. Ну, серая, почему? Вот, раковина туалета, ну, вот так вот я... Немножечко здесь ошиблась. Хотела потемнее вот эту штучку. Ну ладно, посмотрим потом в интерьере. Может, подойдет к плитке. Зачем темнее? Не надо, мне кажется. Отличный цвет. Видишь, у нас два противоположных мнения, а мы не поругаемся. А может быть, поругаемся. Смотрите. Нас. Так, ну ладно. Вот это вот меня, конечно, сильно напрягает. Что-то непонятное, красное. Если это будет видно, то это будет ужас. Но у меня есть серая краска. И если что, я это все покрашу в серый цвет. Ладно, посмотрим, что это такое. Немножко непонятное. Так, ну, ладно, все, вот еще раз показала. А покажи еще вот эту, вот, если приподнять, что, как там она вообще выглядит, эта инсталляция. Ну вот, да, она будет вот так вот стоять. О, она вот. 120 здесь. Это, конечно, не реклама вот этой фирмы. Мы ее взяли вообще первый раз. О ней ничего не знаем. Вот, скажу честно. Если будет хороший, то тогда, конечно же, мы посоветуем. Но пока мы сами только экспериментируем. Итак, подведем итог. Посмотрите, что у нас получилось и что мы сегодня взяли для нашей душевой или ванной комнаты. Пишите в комментариях, советуйте нам, что мы забыли. Ну все, всем пока. На сегодня все. Смотрите нас на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я думаю, мы сможем. Ничего нет невозможного, да, мистер Геннадий? Конечно. Двигайся, чтобы сохранять равновесие. Пока.